29 сентября в Осташкове прощались с 26-летним Евгением Шубиным, зверски убитым в ночь с 26 на 27 сентября. Это вопиющий случай, можно так сказать. Для нашего города не характерный. Евгений работал таксистом. В тот вечер получил заказ к дому по улице Гагарина. Это был его последний вызов. Именно здесь, на улице Гагарина, около 2 часов ночи, был обнаружен смертельно раненый таксист. И именно в этом доме, который находится за моей спиной, нашли себе временное пристанище преступники. События той кровавой ночи разворачивались стремительно. В начале первого ночи дежурному Осташковского отдела полиции поступило сообщение из местной ЦРБ. К ним поступил 20-летний житель Вышнего Волочка с серьезными травмами. Возможно, попал в ДТП. Авария действительно произошла недалеко от больницы. Рено Логан на скорости въехал в заросли возле местной трехэтажки. Выехавшая на место следственная оперативная группа быстро установила: машина принадлежит жителю Осташкова Шубину. Но где сам Шубин? В разбитой иномарке никого не было. Вскоре в полицию поступает еще одно сообщение. На улице Гагарина лежит истекающий кровью человек. К этому времени полицейские установили: Шубина вызвали на эту улицу. И возле этого дома нашли самого таксиста. Цепочка преступных событий полицейскими устанавливалась стремительно. Нашли свидетелей, знали возможных подозреваемых. Ранним утром дежурному РОВД поступает еще одно сообщение об угоне автомобиля. Именно на этой отечественной легковушке, бросив покореженное ДТП такси, преступники отправились в Вышний Волочок, где и были задержаны. Вернее, один из них, ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина. Его 20-летний подельник по-прежнему находился в больнице. Но установление личности злоумышленников и их задержание у правоохранителей ушло несколько часов. 30 сентября задержанным предъявлено обвинение. Следователь Осташковского межрайонного следственного отдела вышел в Осташковский межрайонный суд с ходатайством об избрании меры пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу. Утром 29 сентября тогда еще подозреваемых конвойная служба доставила в суд. Вот что они сказали о содеянном патрульной службе. Вам жалко этого парня? Я его не хотели убивать. А что хотели? Просто оглушить. Так долго били? 2 или 3 удара всего. Вы были пьяны? Наполовину, да. Чуть позже в зале суда этот дважды судимый человек стал все валить на подельника. Не я вызывал такси. И идея была не моя. А чья? Подельник. Со своим 20-летним подельником Максим знаком пару лет. Что их объединяло? Общие интересы. Частенько гуляли в одной компании. Вот он, второй подозреваемый, с разбитым после аварии лицом. 20 лет, судимый. За что вы убили человека? Я не убивал. А что же вы сделали? Я еще раз говорю, я не убивал человека. Но если этот человек скончался после встречи с вами? Я не виноват ни в чем. А кто виноват? Гурбин. Это кто, ваш подельник? Да, он вызвал такси. И он бил? Да, я в это время за пакетами шел, со двора вышел, увидел, как он уже бьет человека. Что вы сделали тогда? Пакет в багажник погрузил, еще раз побежал только за его девушкой. Потом мы вместе сели только двое в машину. В это время Гурбин сел в машину и показал, что у него деньги есть. Мы поехали на машине, повернули налево. И он, не доезжая 50-100 километров, ну, метров, то есть, выкинул телефон таксиста, и все. А таксист в это время уже умирал на земле, да? Да. Но... Вы что-то сказали ему относительно судьбы избитого им человека? Я ни слова ничего не сказал. Вы давно знаете своего подельника? 2-3 года. Вы, скажите, ранее судимы? В 2021 году. За что? Групповой разбой. Подельник, узнав, что сообщник его сдает, сослался на то, что плохо помнит случившееся на улице Гагарина. Но о том, что не собирался убивать таксиста, повторял с завидным постоянством. Хотел оглушить, вырубить. А как быть с тем, что Евгения Шубина нашли с проломленной головой от жестокого избиения битами? По нашим данным, молодчикам было все равно, на кого нападать. Главное – завладеть машиной. Но вы бы любую машину угнали, вам все равно было? Мне, может, просто нужна была машина.
А каким способом, это не важно. Нужна была машина. И деньги, да? Нет, деньги надо были. А по нашим данным, деньги нападавшим были очень нужны. И чтобы поиметь их, они планировали совершить в Осташкове ряд преступлений. С награбленным домой возвращаться не собирались. Хотели уехать в другой регион, к друзьям. Жить на широкую ногу. Страшно представить, каких бед наделала бы эта кровавая парочка, не задержи их по горячим следам сотрудники правопорядка. Что человеческого осталось в этих душах? У вас у самого есть дети? Да. Сколько? Одна дочь, и сейчас родится еще. Мама, отчим, сестра, брат. Вы им что-нибудь хотите сказать? Я маме пообещаю, то, что когда я выйду, полностью изменюсь, устроюсь на работу, и больше такого не повторится. Пока суд решал судьбу этих молодчиков, Евгения Шубина предавали земле. Неплохой был человек, как бы работал, таксовал. Вот, что могу сказать. Особо нигде не выделялся. Простой, обычный человек. Ну, это вообще беспределом можно назвать. Это да? Беспредел, да, это очень страшно на самом деле. Когда дети ходят по улицам нашим, это очень страшно. В тот роковой вечер пьяной гоп-компании было все равно, кого убивать. Под руку попался Евгений. У него осталась 3-летняя дочь. Что можете сказать родственникам и маленькой дочери убитого? Мне нечего сказать. Просто раскаиваюсь своим содеянным и готов понести наказание в полном объеме. Я перед ним очень сильно виноват. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении теперь уже обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. По 26 ноября включительно.